За 6 дней величина снежного покрова в краевой столице достигла 8 сантиметров. Чтобы справиться с обильными осадками, дорожники работали в усиленном режиме. В сутки вывозили почти по 3000 кубометров снега. Работы, по словам сотрудников «Алтай-Автодора», продолжались и весь сегодняшний день. Почти 70 снегоуборочных машин расчищали как центральные улицы, так и окраину города. Правда, уже днем спецтехнику можно было увидеть лишь на центральном проспекте. Дорог много, поэтому техники не хватает, поэтому я считаю, что центральные улицы города-то почищены. На сегодняшний день буквально проехал, чистят хорошо, даже тот же парк центральный, то есть чищено все. На Алтайск приезжайте к нам, посмотрите, как должно быть чисто, а здесь нет. Много снега и не успеваю чистить, я так думаю. В мэрии пояснили, что силы дорожников сейчас брошены прежде всего на расчистку проезжей части, остановок общественного транспорта и социальных объектов. Когда работа заканчивается там, силы перебрасывают на второстепенные улицы и сельские территории. При обильных снегопадах мы работаем в усиленном режиме. В день мы в основном производим посыпку песчано-соляной смеси и сдвигание, то в ночное время в основном это вывоз снега. Если не хватает своей техники, то при штормовых прогнозах мы дополнительно привлекаем наемную технику. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся в течение всей этой недели. На дорогах будет сильный гололед, метель и снежные заносы. Так что лишь к концу недели можно будет сделать вывод, справились ли дорожники с первым зимним испытанием – снегом. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.